Итак, дорогие друзья, мы провожаем нашего дорогого гостя Юрия Дика, который присутствовал на открытии выставки, но по секрету он нам сказал, что еще приедет, возможно, на закрытие, но и вообще о дальнейших наших планах и мероприятиях он нам сейчас расскажет. Будем дальше сотрудничать. Да, и на закрытии, может быть, даже в процессе, поскольку выставка 2 месяца будет, может быть, и получится приехать. И, безусловно, дальше будем что-то делать. Есть планы по персональным выставкам малоартистов, есть планы разные, там по географическому признаку. Например, есть японский малоарт, очень интересный, уже собранный. Надеюсь, что все состоится и будем дальше работать. Как вам понравились казанские зрители, и как вам понравилась сама экспозиция и храм всех религий, в который вы, надеюсь, впервые побывали, да? Очень, очень хорошая экспозиция уровня московских выставок, аналогичных, вот по Букарту, ну и по Маларту тоже я делал примерно то же самое. Только тут площадь очень большая была, и это очень хорошо. Люди прекрасные, интеллигентные, любознательные, очень хорошие люди. Спасибо большое. А вы что-то увозите из Казани, я смотрю. Может быть, нам откроете небольшой секрет? Это Тимур. Секрет от Тимура. Да, итак, Юрию досталась эксклюзивная книга. Пожалуйста, пока не убирайте. Вот. Вот такой вот меточки не будет больше ни на одной книге. Вот, потому что сейчас уже 21-й год. Это означает, что у него первый экземпляр этой книги. Спасибо большое. Вот. Ну, дома почитаете, внимательно изучите. И мы ждем от вас рецензию на эту книгу. Хорошо. Будет? Сделаем. Спасибо большое. Спасибо за то, что вы к нам приехали. Выставка была очень интересная. Продолжаем общение. Всего доброго.